Всем привет! Сегодня приехал ставить, то есть менять напольный доводчик. У нас тут ледяной дождь прошел. Все во льду. Все машины во льду. Деревья попадали. Короче, все во льду. Вообще все во льду. Все дороги во льду и все машины. Вот. Можно кататься, как на коньках здесь. Сейчас будем менять напольный доводчик. Подписчик Павел нам тут посоветовал, как где можно приобрести его. Вот доводчичек. Сейчас будем его монтировать. Ну, я думаю, будет четко все. Так. Все, идем. Так, что, берем сумку? Больше ничего не надо. Только сумка. Так, может что-нибудь выгрузим? А, погоди-ка, выгрузим. Мне ничего не надо, соски надо взять тоже. Аж две надо будет снимать. Вот наш доводчик. Сейчас нам откроют. Допуск дадут. Будем его потрошить. Открутили вот этот верхний петлю. Кстати, вот написано Сахар. Может быть, доводчик тоже Сахар идет. Так. Не вытаскивается. Ладно. Сейчас мы ее на бок и унесем. Соски прицепим. Одной рукой невозможно ничего делать. Срочно нужна экшн-камера. Стойку мы скинули, но отсюда мы снять не смогли, потому что здесь он очень сильно зафиксирован, короче, надет нам. Сейчас надо будет вышибить эту штуку как-то. Так, вообще, а где у нас коробка? Давай сюда коробку. Коробку с доводчиком. Он был завинчен. Центральный замок, вот эти винты были. Вот они. И вот здесь по углам завинчены. В общем, 4 винта вот таких по углам. И один центральный вот этот. Вот, у меня вот. Все, коробку мы, наверное. Только вот эти крепятся. Да, да. В распорку. Так, эти крепятся. Коробка у нас придется накладку старую ставить, потому что у нас все. Он, короче, меньше. Самое главное, высота она. Нормально. Да? Да. Нормально. Вот закручу тут. С двух сторон, потому что надо ось будет ловить. Середина, да? Да. Ну как-то так. Так, старая крышка. Старая крышка. Вот она где? Неизвестно, где старая. Старая. Вот она. Нам придется поставить. Угу. Все, старая накладка встает. Отлично. В итоге нам коробку пришлось удалить. О, в ванночку. Так, интересно. Так, где у нас новая корабулечка? Давай, кидай ее. Нет, не так, а вот так. Здесь торчит. Вообще не надо. Здесь хорошо. Все так оставляем. Так. Кидаем сюда наш доводчик. Сейчас надо его закрепить будет, чтобы он не болтался. И будем крепить уже непосредственно. А, будем сейчас насаживать нашу дверку. Все. Мы установили новую ванну. Как она называется? Ванна, коробка, тазик. Как бы ты назвал ее, не знаю. Железный чемоданчик, ладно. Набили нижнюю петлю. Сейчас сюда обратно две ставим, закручиваем ее. И верхний, кстати, надо поставить. Все как бы разогнали по зазорчикам. Единственное, тут еще электромеханический замок.
Мы его спотрошили, и еще надо, чтобы он попадал вот так вот. Соответственно, надо сейчас доводчик маленько, чтобы вот это отверстие было как бы равно удалено от вот этого внешнего диаметра. Чтобы он спокойно, чтобы у него не было напряжения. Потому что если напряжение есть, то он не будет открываться. О. Так. Все, мы отрегулировали ровно-ровно, сейчас стоит. Нажимаем на кнопку, он уходит, открываем. Ну да, медленно маленько, но ничего страшного. Зато плавно. Все, и сейчас защелкнуть. Есть. Опять открываем. Смотрим с этой стороны. Опа, все попалось. Все, собираем. Так, все, мы 4 штуки наших закрутили. Одно тут аж не положило. Не лезет, а эти заглушили вот старыми саморезами. Все, сейчас одеваем все накладки и будем сдавать работу. Все, защелкнулись. Четко. По красоте. Что-то не внимается, ключ очень не. У нас продолжается сбор на экшн-камеру, чтобы была полная картина, как мы это все делали. К сожалению, мы, конечно же, не все сняли это дело.